Привет, девчонки! Сегодня у меня на обзоре пару сумочек, и их мне на обзор прислал магазин Lialer. И первая сумка, она большая, она так и называется, Lialer. Заявлена она, что сделана из полиуретана. Доставил мне вот эту посылку курьер. Но очень странно, потому что курьер мне доставил две посылки. Сначала одну, а потом вторую. Посмотрите, как продавец упаковал основной пакет. Такая вот фирменная сумка. Пыльник-пакет, или как он еще называется, с фирменной надписью магазина и сумочки. Ну, в хозяйстве пригодится. И сумка сама находится в пыльнике. Сейчас как раз будет 11.11. Я полазила у него по магазину. У него достаточно большой выбор сумок и сумки на любой вкус. И посмотрите, в подарок также к сумке идет вот такая вот штучка. Я так думаю, что это брелок-висюлька. У меня такой камушек есть, на котором я рисую. Посмотрите вообще, как классненько. Я такие вещички люблю. Блестяшечки. Все стразики на месте. Ну, немножко, конечно, капельку тут клей торчит, но я думаю, что когда оно будет так болтаться, оно не сильно будет в глаза бросаться. Может быть, я немножко по-другому бы закрепила бы вот этот камушек, но это подарок, на самом деле продавец не обязан был мне что-то добавлять, но такая прелесть здесь положена. Ну что, давайте перейдем к самой сумке. Сделана она из полиуретана, это не кожа, но на ощупь оно достаточно мягкое и приятное. Посмотрите, сейчас я ее постараюсь расправить. Она достаточно большая, вместительная, интересно сделаны ручки. Фурнитура вся достаточно неплохая, нигде я не вижу повреждений. Мне очень понравилось, когда я выбирала сумку, которую он мне прислал на обзор, он мне предложил выбрать, что бы я хотела показать на своем канале. Мне очень понравилось вот это исполнение, будто из кожи, да, вырублено вот это вот верхнее покрытие. Внешняя сторона очень мне показалась интересной. Обратите внимание, сзади есть кармашек на молнии, молния рабочая, бегунок и замочек, все работает. Есть подкладка. Не на всех сумках с Алиэкспресс имеются подкладки. Бюджетная сумочка. Она, по-моему, в районе 1000 рублей стоит. Но и качество у нее достаточно неплохое. Давайте заглянем внутрь этой сумки. Внутри у нее точно так же имеется подкладка. Тут какие-то, я не знаю, вещи. Это, наверное, вырубки от места прикрепления ручек. Далее, смотрите, имеется на одной из стенок кармашек, состоящий из двух кармашков. Отлично сюда влезут телефон. Помещается отлично. И во второй, кстати, тоже телефончик влезает. Можно также положить права, паспорт и все такое. Далее, основной карман. Посмотрите, насколько она расправилась. То есть она достаточно вместительная. Так, и на противоположной стороне у нас имеется один карман на молнии. Он молния рабочая. Тоже достаточно вместительный кармашек. Далее еще один карман сюда, кстати, может влезть и ежедневник. И у меня достаточно вместительный такой кошелек, он сюда, ну, почти помещается. Далее идет еще один карман на молнии.
Ну и сюда можно убрать денежку, допустим, если вы не пользуетесь кошельком. То есть вы деньги свои по сумке не растеряете. Теперь давайте я вас сориентирую по размерам. Так, смотрите, имеется молния, которую тоже можно закрыть. И сумка немножко становится пузатенькая. А теперь по размерам. У продавца они заявлены 35 на 10 и 29. Я так понимаю, что 35 это, да, ну, мне кажется, даже больше, чем 35. Хотя нет, дно у нас ровно 35 сантиметров. 29 это высота и ширина получается нашего дна 10 сантиметров. Но мне кажется, что она такая достаточно вместительная, и ее очень можно будет попробовать поносить в обычной будней нашей жизни. Далее есть вот такой вот ярлычок на нашей сумке. И материал полиуретан, тут все написано, ничего не скрывает продавец. Кстати, продавец очень хороший, мне очень понравился, он контактный и на любые вопросы вообще о продукте отвечает. И вторая сумочка, которая мне пришла на обзор, это такая небольшая маленькая сумочка, через плечо, можно так сказать, или на одно плечо, как вам больше нравится. Я, кстати, именно примерно такого плана сумку и искала на отдых. Если бы я нашла этот магазин несколько раньше, на отдых я поехала вот бы с этой сумкой. Это сумка Love Book. И тоже обратите внимание, как она упакована. Тоже имеется вот такой вот мешочек-пыльник. Кстати, очень удобно в них, девочки, хранить свои сумки, которые вы на данный момент не используете, а храните где-нибудь в шкафу. У меня именно так они и хранятся. Далее, пыльник для транспортировки сумки. И посмотрите, какая она милейшая просто. Кто любит рокерский такой байкерский стиль, девчонки, вот этот, вот эта сумочка, клатчик, или как вы ее еще назовете, барсетка, очень хорошо вам подойдет. Посмотрите, как она выполнена. Все везде ровненько, ничего нигде не торчит. Все клепочки на месте. Ничто нигде не цепляется. И это очень важно. Точно так же есть вот такая вот болтушка. Фурнитура вся хорошо исполнена, качественно, и никаких царапушек я на ней не вижу. Далее открываем молнию. Да, здесь также имеется ярлычок Lovebook. Также материал полиуретан, ну и также вся информация, которая здесь необходима. Кстати, под видео я оставлю промокод для этого магазина, по которому продавец будет предоставлять дополнительную скидку. Вся информация будет указана в инфобоксе под видео. Итак, вернемся к нашей сумке. Вытаскиваем. Вот такой ремешок сумочка имеет. Конечно, здесь она забита для транспортировки китайской бумагой. И давайте ее рассмотрим. Внутри сумочки имеется нашивка с лейблом. Также Made in China. Но также есть и подкладка. Кстати, подкладки у этих сумочек достаточно приличного качества. Не вот такая вот мешковина, как бывает в некоторых сумках с AliExpress, а достаточно приличная. Вот эта сумка у продавца стоит в районе 500 рублей. Обратите внимание на ремешок. Выполнен в виде вот такой вот интересной цепочки. Длину ремешка вы можете регулировать самостоятельно за счет застегивания ремешка на любой из удобной для вас дырочки. Ну а теперь давайте посмотрим, соберем сумочку. Имеются вот такие карабинчики. Посмотрите, обратите внимание на карабины.
Интересное исполнение. И второй карабинчик точно такой же. В таком же исполнении. Сумочка вмещает в себя телефон. Планшет сюда уже не влезет. Сюда также хорошо влезет кошелечек небольшого размера. Также можно положить какой-нибудь гель для рук антисептический. Также поместятся еще сюда ключи и, может быть, какие-то влажные салфетки, ну и помада, допустим. Закрывается все тоже очень хорошо. У продавца заявлены размеры этой сумки 16,5 на 9,5 и 10,5 сантиметров. Давайте посмотрим. У нас получается длина этой сумочки. Высота сумки получается, наверное, 10,5 сантиметров. Да? Вот как-нибудь вот так вот посмотреть, если 10,5 сантиметров. И 9,5 сантиметров ее ширина. Ну да, наверное, так оно и есть за счет вот этих вот жестких боковушек. Ну ты так крутишься? Ты крутишься?
Ссылочку на магазин девочки я, как обычно, оставлю в описании под видео. Опять же, уточняющую информацию все ищите в инфобоксе. Также напоминаю про промокод. Выбирайте понравившийся вам товар и носите его с удовольствием. На этом сегодня мое видео заканчивается. Кому оно было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. До новых видео. Пока-пока.